Если тебе нравится, то и делай сам. Видимо, таким принципом руководствовался 11-летний мальчуган из Омска, отправившийся на папиной машине за мороженым. Скажи, как ты достал мне уже полчаса? Пойду за мороженое куплю. Ну, с дядей вместе. Ну, не расскажи. Сильно хотелось мороженого купить, но поблизости не было. Ну, папа уговаривал полчаса. Получасовые уговоры не увенчались успехом, и пришлось ребенку все делать самому. Сесть за руль папиной Тойоты Прадо и поехать за вкусным. Машину автоинспекторы заметили в самом центре города. Они даже удивились, что внедорожник мигом остановился по их требованию. Еще бы, за рулем ведь послушный ребенок. Компанию ему составил дядя, он ехал на пассажирском сиденье, видимо, контролировал водителя. Отец ребенка, его вызвали сотрудники ДПС, сказал, что сыну доверяет, тот очень хорошо управляется с внедорожником. Доверие в семье – это хорошо, и все же папе придется раскошелиться. Штраф 30 тысяч рублей за передачу автомобиля лицу, не имеющего на это прав. А юному лихачу разъяснят, несмотря на отличные навыки вождения, ему еще рановато садиться за руль. Сейчас он не верит.